Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы с вами находимся в магазине Доброцен в Репалово. Это магазин, низкоценовой магазин, похожий на светофор, и цены здесь очень приятные, особенно часто радует ассортимент. Надвигающиеся на нас Пасхи сюда привезли куличи праздничные 300 грамм, 69 рублей 60 копеек. Напомню, что в ленте кулич 400 грамм стоит 199 рублей. Называется «Почувствуйте разницу». Я обязательно сегодня возьму этот кулич, тем более по такой выгодной цене. Производит его город Санкт-Петербург, компания «Дарница». И 300 грамм здесь. А также на Пасху еще и тарелка для яиц, 2 штучки, 79 рублей 90 копеек, изготовлены из пластика. Есть в ассортименте сейчас и опрыскиватель садовый, 2 литра, 216 рублей. Большой опрыскиватель, производство у него Китай, и он идет в индивидуальной упаковке. Все любители картин по номерам, в Доброцене они есть. 40 на 50, 299 рублей 90 копеек. Размер у этих картин ровно такой же, как в светофоре. В комплекте кисти с искусственным ворсом 3 штуки, крючки для крепления 2 штуки, вакуумный упаковочный комплект акрилового пигмента 1 штука, полотно с деревянной ручкой и контурным рисунком 1 штука. Эта картина идет на деревянном подрамнике. Поле с бабочками. Собачка с поводком и яблоки рядом лежат. Здесь 20 цветов. А в предыдущей картине тоже было по 20 цветов, по 20 красок. Вот эта картина точно будет пользоваться популярностью. Все любят цветы, тем более здесь шикарные пионы. Но и это тоже. Тоже цвета во всех картинах по 20 красок. Много алмазной мозаики. Сейчас 379 рублей 90 копеек. Цена прекрасная. Размер 40 на 50, да еще и какая, смотрите, классный дизайн здесь идет. Это, наверное, Каппадокия. И цветов здесь 25, вот в этой алмазной мозаике. Представляете, какая она будет яркая и красивая, когда ее соберешь. И вот тоже какой-то южный городок. Яркие цвета все, в разные цвета покрашенные домики. 25 цветов здесь. Нашла еще один вариант. Маяк. И здесь много голубого, такого темно-голубого, темно-синего, 25 цветов также. Ну и все, больше вариантов у нас нет, но сам факт того, что алмазную мозаику привезли, приезжайте. Знаю, много любителей ее. Кружка 350 мл, 55,90. Это Китай. Кому повезет, у того и петух снесет. В предыдущих своих роликах показывала подробно посуду. И она есть еще в наличии в магазине «Светофор». Здесь и стаканы, и бокалы. И по какой-то просто смешной цене 25,90. А бокалы 59,90. То есть много здесь всего. Появились еще вот такие красивые высокие стаканы. Их цена 25,90. И производят эти стаканчики очень мелким шрифтом. Написано, что гусь хрустальный. На этом стакане написан рецепт какого-то коктейля. Емкость этого стакана и этого, и предыдущего 300 мл. Крышки металлические твистов привезли 58,90 за 20 штук. И крышка металлическая лакированная 50 штук. Обкатная стоит 107,90. Светильник напольный 1000 рублей. 1075 рублей. Высота этого светильника 177 сантиметров, ширина 20 сантиметров. Материал корпуса пластик и сталь. Точилка для ножей с резцами 175 рублей. Нож топорик кухонный 188. Чайник электрический стальной 1,8 литра 315 рублей. Простенький чайник, такой аналог чайника из светофора. Там тоже примерно такая же стоимость. Автоматическое включение-выключение. Ну, все очень простенько. Корпус нержавеющая сталь. Светильники светодиодные. Дневной свет 170,90. Какой-то интересный распылитель-опрыскиватель. На бутылку он надевается. 58 рублей. То есть можно опрыскиватель не покупать, а купить вот такую штучку и надевать ее на обыкновенную бутылку и опрыскивать. Есть и распылители с набором фитингов 138 рублей. Светильник потолочный от компании Эра. 1260 люминов, 18 ватт, 369
рублей. А этот светильник, похожий светильник, также продается в светофоре. Светильник светодиодный на солнечной панели с датчиком. 219 рублей. Сейчас, возможно, кому-то будет актуальным. Мангал стандартный. 50 сантиметров на 30 сантиметров. С 6 шампурами. 275 рублей 90 копеек. Вот здесь он так бережно перевязан ленточкой. Здесь, что самое хорошее, здесь идут шампуры в сборе. И производит город Санкт-Петербург этот мангал. Есть также веер для мангала 14,90, кому-то пригодится. И мангал суперэконом 30 на 25, он уже идет без шампуров и стоит 179 рублей. Также перевязан ленточкой. Вот, например, наборы для пикника 264,90. Здесь большой контейнер 5,3 литра, миска 0,4 литра, 4 штучки. И тарелки. Вот такой набор можно приобрести еще к мангалу в дополнение. Повторюсь, что здесь контейнер 5,3 литра, стакан 4 штуки, тарелки 4 штуки, миска 1, 1 литр 2 штучки и миска 0,4 литра 4 штуки в комплекте. Вот здесь все это есть изготовлено из пластика. Компания Архимед, город Москва, есть в таком салатном и красном цвете. От абсолютно того же производителя, который привозит свою продукцию в светофор, вот такие, например, полуботинки женские. 319,90 их цена, низ ПВХ, верх текстиль. Разные размеры, это женские ботиночки. Еще эти ботиночки вот в таком дизайне есть. Вот еще для пикника может пригодиться набор кувшин 2 литра, плюс 4 стаканчика 330 мл, 119,90 их цена. Цена этого набора всего. Очень много сейчас привезли мочалок шариков, шариком, цвет нейлон, 27,90. Цена этих мочалок. Очень много их сейчас в наличии, в разных цветах. И симпатичные наборы салфеточек. 3 штуки из микрофибры. 30 на 30. Вот я даже хочу себе такие салфеточки приобрести. 31,90. Яркие, красивые и симпатичные салфетки. Слушайте, здорово. Появились таблетки для посудомоечной машины Finish. 28 штук. 259,90. Вот, наверное, этот шампунь. Еще он есть укрепляющий. Крапива для всех типов волос. Стоимость 39,90. И еще березовый для всей семьи. Ежедневный уход. Цена такая же. Гель для душа Либридерм 116,90. 300 миллилитров. С органовым маслом. Бессульфатный и увлажняющий. Чистящее средство Клинтон 500 мл для акриловых ванн и душевых кабинок. 500 мл 79,90. Еще есть белизна блеск гель 700 мл 67,90. Отбеливающий. Производит Республика Беларусь. Еще средство для мытья полов Сорти 1 литр 69,90. И Мистер Пропер чистящий спрей. Тоже 114,90. Капсулы для стирки Персил До 182,90. В наличии есть корзины для хранения с крышкой 17 литров. 36,5 на 27 и на 21,5 сантиметр пластик. Компания Архимед производит. Эти корзины идут в очень красивых цветах. Такой лавандовый и салатный цвет. Еще и с крышкой за 204 рубля. Просто отличная покупка. Ну и, конечно, прекрасная цена на Фейри. Средство для мытья посуды 1350 мл. Ромашка и витамин Е подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей. И сорти для мытья посуды 900 мл 53,90. Пятновыводитель Ваниш 500 грамм 79,90. Еще гель для стирки от Ваниша сейчас есть 159,90. Его цена. На порошок тоже скажу цену 359,90. Стиральный порошок АОС 5,5 килограмм, потому что здесь цены на стиральный порошок тоже очень хорошие. Это стиральный порошок детский, 135 рублей за 3,6 грамма, 0+, Элпис он называется, 3,6 килограмм, и для автомат оптической стирки, и для ручной стирки он подходит. Мыло жидкое «Солнце и Луна» 55,80, в светофоре точно такой же
Горелым пахнет. Светофоре точно такое же мыло продается сейчас. От солнца и луны еще есть подгузники здесь. 279,90. Подгузники 32 штучки. Размер пятерочка и четверочка, соответственно. Из детских игрушек у нас есть куколка Пупс с аксессуарами 449,90, 30 сантиметров. Есть девочка и мальчик в наличии. Набор посуды 94,90, 13 предметов здесь. Кастрюлька, стаканчики, ложечки. Еще набор фруктов есть сейчас 104,90. Фрутоняня. Сравним со светофором. 42,70, 80 грамм мяса цыплят. Влажная туалетная бумага Alpis. 150 штук. 89,90. Что удобно, она идет с вот этой вот крышечкой. Туалетные бумаги горы. Так что можете приезжать не только в светофор, но и в Доброцен. Вот, например, эконом. Туалетная бумага 79,90. Темно-серого цвета. И много другой туалетной бумаги. Напомню, что здесь в светофоре есть специи катания. Черный перец, например, 20 грамм, стоит 25,90. Есть Космостарс. Здесь звездочки 450 грамм, 94,90. А рядом стоят подушечки от Несквика. Банана краш они называются, цельные злаки. 220 грамм здесь этих подушечек. И они еще есть с шоколадной начинкой внутри. Оливки и маслины 47,50. Маслины, оливки 43,90. Но здесь совсем немного. 314 миллилитров и там, и там. Это производство Республика Беларусь. Вот эти котлеты белорусские. Они есть абсолютно во всех сетях. Я их покупала, ну, вкус мне не очень понравился, честно признаюсь. Но на любителя. 135,50. Из индейки есть котлеты сочные, сливочные. 560 грамм, разные варианты этих котлет, но на любителя. Чеснок 162,50, новый урожай за 1 килограмм. Слушайте, можно повыбирать здесь чесночок. Помимо всего прочего, еще и морковка здесь в наличии. 40 рублей 70 копеек за килограмм. И лук 26,50. За килограмм. Ну, здесь лучок надо тоже повыбирать. Уже, видно, не сегодня привезли явно. А вот апельсины достаточно дорогие в Доброцене. 1 килограмм 69 рублей. Сейчас они везде можно найти даже, по-моему, по 52 рубля в ленте. Была капуста 46,20, 1 килограмм. И яблоки Гренни Смит 1 килограмм 96,40. Даже немножко редиски осталось. Пучок один пучок 115,90. Зашла я в холодильник, и здесь, например, есть фарш любительский. Мясо по всем правилам слова мясника. Здесь 400 грамм этого фарша. По составу свинина, вода питьевая, смесь волокон пшеничной и гороховой клетчатки, регулятор кислотности, консервант, соль поваренная пищевая. Производит тамбовский бекон. А есть еще и колбаски чевапчичи. Вот я их сегодня обязательно возьму. Здесь 300 грамм для гриля. И тоже производит Тамбовская область. Свинина, говядина, вода питьевая, соль, регулятор кислотности. Фарш красноборский 500 грамм охлажденный из индейки. Это Тульская область производит. Здесь вот в этой упаковочке 500 грамм фарша. Молоко питьевое Белакт 21,90 за 200 миллилитров без заменителя молочного жира для питания детей раннего возраста. Белакт — это известный производитель из Республики Беларусь. Мини-сырки мимимишки 15% жирности, 5 штучек по 25 грамм за 79,90. Еще есть сметана под брендом Фрау Му 44,90. Очень вкусные творожки, вот эти мне нравятся, Савушкин. Продукт 23,60, 120 грамм. Какие-то йогурты с кленовым сиропом и грецким орехом. Соло 26,90. Много интересной продукции. Вот, например, творожки от Савушкина. Есть еще с ананасом и с кокосом и миндалем. Молоко «Моя Славита» 50,90. 2,5% жирности за 900 миллилитров. И вот кефир от компании «Камилк». Единственное, не вижу
на него цену сейчас постараюсь найти. И творог тоже Экомилк, 9%. Здесь натуральный рассыпчатый, много его сейчас привезли. Свинина на кости, охлажденная 1 килограмм полутуши, 209 рублей, 10 копеек стоит. Ну и, конечно, много продукции от компании Микоян, за что я люблю. Магазин Доброцен, 304,90 колбаса докторская. И цены, если вы сравните с другими магазинами, гораздо на эту продукцию дешевле. И еще в этом магазине есть бекон копченый от Черкизова. 360 грамм, стоит всего 188,90. Вот, например, мне нравятся вот эти молочные сосиски от Микояна, 126,90. Карбонат микояновский, 1 килограмм, 299,90. Тоже на него прекрасная здесь цена, потому что если вы зайдете в ленту, можно будет увидеть цену там. Здесь вот 2 килограмма, например. Есть и продукция Черкизова, 379,90. Колбаса бородинская за 1 килограмм. Вот какая-то колбаска золотой стандарт. 300 грамм сырокопченая, тоже от Микояна. Вот за что я люблю Доброцен. Здесь много брендовых продукций. Например, хлопья Ясно Солнышко 45,90 за 350 грамм. Здесь третий размер. И хлопья первый крупный размер. Упаковка макаронных изделий Макфа 3 килограмма. 259 рублей 90 копеек. А макароны от Макфы для, вот видите, направления Хорика. Печенье овсяное 350 грамм, компания Яшкина 44,90. Кекс Оладушкин, например, 75,90. Шоколадный, лимонный, ромовый. 350 грамм в этом кексе. Печенье юбилейное 390 грамм. 46,90. Цены можно сравнить и по пирожному Чокопай. 12 штук по 28 грамм обойдутся в 96,90. Кофе растворимый Якобс Монарх 150 грамм, 179,90. Кофе растворимый Жардин Гватемала 190 грамм, 246,90. Ну и вот, кто не успел купить кулич, приезжайте в Доброцен хотя бы за куличом. 69,90 за кулич 300 грамм. Это отличнейшая цена. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться, уважаемые подписчики. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки. Приезжайте в Доброцен. Здесь действительно очень много классной, вкусной и брендовой продукции. До свидания, до новых встреч.